Мои дорогие горячо-любимые модницы, а я с гордостью и даже, знаете, с каким-то волнением в сердце представляю вам наше первое, главное предложение сегодняшнего дня. Это пуховик Сидни. Зима в самом разгаре, погода переменчивая, то минус 5, то минус 20, то дождь, то мокрый снег. Но как чувствовать себя не просто стильной, а под защитой? Это поможет сделать пуховик Сидни. Стильный вариант повседневной куртки и запоминающийся дизайн напоминают нам сразу два мировых бренда, такие как Moncler и Moschino, за счет своей формы и принта. Каждая модница выбирает себе на каждый день подобного силуэта и стиля куртку для шопинга, для прогулок, для активного досуга, для работы. И вы всегда будете выглядеть стильно, без ущерба своему здоровью и комфорту. Оптимальный для зимнего периода наполнитель HelloFiber делает этот пуховик легким и при этом очень теплым за счет своего теплового показателя, который позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении, не создавая парникового эффекта. Здоровье на протяжении всего зимнего периода вам гарантированно вас не продует. Никакие вирусы вам опасны. А самое главное, благодаря HelloFiber от минус 20 до минус 30 вы будете себя чувствовать хорошо, тепло. Если минус 30 на улице, просто наденьте на джемпер плотной вязки и все. Тем более, что сдвоенные размеры. Капюшон, стойка, его можно отстегнуть, он на молнии. Причем сам капюшон тоже утеплен. Стильные вот такие силиконизированные ленты на язычке функциональной молнии. И знаете, что самое интересное? Молния реверсивная. Почему я говорю самое интересное? Обычно на пуховиках, на куртках такой длины реверсивную молнию не делают, потому что она гораздо дороже, чем обычная. А здесь дизайнеры делают даже с такой длиной реверсивную молнию. Расстегнули, и мы видим внутренний клапан, на котором написано fashion. Fashion, мода, стиль. И благодаря этому клапану через молнию никогда сильный ветер продувать не будет. Шеврон на левом рукаве и боковые карманы. Знаете, с чем? С домиком. Это вот такой козырек, в который утопает наша молния. Да-да-да, вот он этот козырек, видите? Или как я еще назвал, гараж. И машинка вот так вот, тентер, въезжает туда, и все зафиксировано. Это, знаете, такой, как фиксатор для этого, для молнии, и она сама по себе не расстегнется. Желтый цвет, красный и глубокий синий. Даш, как синий у нас-то с чем ассоциируется? Сапфировый, да? Да, вот она эта красота, всего по цене 4499 рублей. При оплате банковской карты 5% скидка. Кстати, резиночка по нижнему краю изделия. У нас еще потайные манжеты здесь есть, благодаря которым даже самый сильный ветер никогда не будет задувать. Вот они, эти манжеты. Ну, а мы продолжаем дальше. Так, прям все командуют. Говорит, гоняют меня из стороны в сторону. Шучу. Итак, от 46 до 58 берем размер в размер. Тем более, что размеры... У меня челка не вошла. Тем более, что размеры сдвоены. От 46 до 58. И знаете, как они? Они задвоены. То есть 46, 48, 48, 50, 50, 52 и так далее. Как выбрать в данном случае? Вот... А дело 52, 54 сейчас. Ну, хорошо, я рад за тебя. Меньше, чем в прошлый раз. Да, я понял. Так, смотрите. У Анечки 54-й размер в жизни, на ней куртка в размере 52-54. И все, конечно же, скажут, ну да, это ее входит как раз в сдвоенный размер. Но мы советуем, так как это верхняя... Да, нигде ничего нет, плотного прилегания, Анечке комфортно, но она на тунику надевает. А если... надеть на плотный какой-то джемпер или на жакет, пусть будет запас. Соответственно, мы советуем, если у вас 54 размер, 28 сантиметров, брать все-таки 54 сантиметра. Если 56 размер, лучше берите 56-58, пусть будет запас, 73 сантиметра. Ну, Сашенька, не успели доехать, все, видите, сами вы меня торопитесь. Конечно, я понимаю, разлетается наше второе главное предложение дня. 33 сантиметра полуобхват, 66 полный обхват, длина рукава у нас идет 63, почти 64 сантиметра. Ну и радость моя не потеряна. Та-та-та-та-та. Обхват в зоне груди. Смотрим. 124-125 сантиметров. А еще можно я покажу одну прелесть? Дело в том, вот смотрите. Чуть-чуть, Дашуль, наклони... Ой, извини, Анечка, наклони голову. Здесь просто кулиска. Видите, в каком необычном месте она сделана? И она с фиксатором. Вот она. Я могу вот так вот, смотри, затянуть. Видите?
У нас отзыв. Дарья Лопухина или Лопухина, уж извините, из города Ижевска написала. Только что заказала этот пуховик, проведу новогодние каникулы на улице с удовольствием. А ведь действительно, кто-то за городом будет, кто-то, может быть, если в Москве на Красной площади. Представляете, вот так вот можно... Ну что, снимаю фиксатор. Так мило, да? Я вот, кстати, мне кажется, вообще первый раз вижу, чтобы сверху так кулиска сделана. Обыграно очень здорово. Но принт этот... Ну, Москина узнается, Монклер сразу, да? Такие мировые бренды, мировые дома мод. А при этом, смотрите, вот Анечка стояла в капюшоне очень долго. А это как аналог к головному убору. Ушки не замерзнут, прическа не сломана, но и утеплитель и в капюшоне, и в самой куртке холофайбер, который не создает парникового эффекта. Он сохраняет тепло тела, но при этом дышит. Такое, знаете, еще говорят, есть понятие «сухое тепло». Вот, вот у вас будет то самое сухое тепло в этом роскошном пуховике «Сидни». Это наше первое главное предложение дня. Снег или дождь, или сильный ветер. Материал верха ни в коем случае не пропустит ни дождь, ни ветер. Наполнение, да, холофайбер, прекрасно сохраняет тепло, при этом не создает парникового эффекта. И можно, кстати, такой пуховик стирать дома на деликатном режиме при 30 градусах. Подобные предложения с наполнителем холофайбер либо евросинтепон в масс-маркете сейчас стоят 15-17 тысяч. Кстати, потайной карман есть, очень удобная петелька для хранения. Ну и, напоминаю, до минус 20, до минус 30, если на плотный жакет, ну, на жакет. Или на джемпер крупной вязки. Итак, стильная, оригинальная, не как у всех, по цене всего 4499 рублей. Три цвета на выбор: синий, красный либо желтый. Если оплатить банковской картой, 5% скидка. Я в восторге от этого пуховика. Я очень надеюсь, что и вы тоже в восторге. Тем более, нигде по такой цене подобные предложения не найдете. В масс-маркете 17-20 тысяч, евросинтепон, холофайбер, да? А у нас 4499 рублей. При оплате банковской карты 5% скидка. Это самое лучшее актуальное предложение.